Я и сегодня я сделаю обзор на свою любимую спортивную сумку. Она довольно такая спортивная. Вот на ней нарисованы ботинки, кеды. Тут все написано по-английски. И тут мне нравится. Вот молния. Вот из кожи сделана. Ручку. Ну и карманы довольно. Мне нравится. Красивый цвет. Рисунок. Мне сумка довольно это нравится. Я ее поэтому с ней все время ездил. Я с ней более удобно. Тоже как сумка закон, но удобно зато. Можно положить в эту сумку. Довольно много чего вмещается. Считаю, вы знаете, обычную подушку. Она вместится, плюс еще одеяло и не знаю, что еще может. Ну да, подушка, одеяло, ну и что-то еще может. Смотрите-ка. Вот, довольно очень большое пространство. Еще есть два маленьких кармана там для кошелька и для телефона. И другой там для кошелька и вот наоборот, а большой там что тут положить, там карточку. И меня все время подруга просила, зарегистрируйся. Но мы с ней очень давно хорошие подруги. И поэтому, короче, это мой второй видеоблог. Идите следующий. Вот, мне эта сумка довольно нравится. Делаю последний раз на видео. Вот, видите, вот довольно хорошая. Следующий финальный. Это самый сильный. Она очень довольно хорошая и удобная. И даже спортивная. Советы там вот такие. И следующее видео может будет с моим племянником потом. Дома. Короче, ждите моих следующих видео. Подписывайтесь на моем канале и ставьте пальчики. С вами была я, Марина Черкасова, ваш новый видеоблогер. Давайте пишите мне в комментариях советы, идеи. Ну, даже подпишусь на вашем канале. Пока. Чмок.